Всем привет! Опять Скрикраун. Скрикраун? Короче, пугало. Я узнал, что это переводится пугало. Сказали, ты неправильно сделал что-то там. Надо было пробел нажать, чтобы выйти. И ты бы дальше еще демку бы проходил. Это не конец. Окей. Я вроде все нажимал. Я не тупой. Сами вы все тупые. Да то есть я нажимал пробел. Да 100% нажимал. Ну ладно, короче. Это будет продолжение демки. Это что у тебя за машина? Я никак не могу разобраться. То ли шестерка, то ли копейка. О, полегче. А что такое? А, понял. Эй, окей. А чё? Ага, все понял. Секира. А нет больше патронов. Чё, есть что взять? Нож? Ага, понял. Алексею Базарову, Лёха, здорово, крокодил. Крокодил сказал, что на тебя объявлена охота. Будь аккуратен, наши ребята уже едут. Они увезут тебя в безопасное место. Брат, братан, надо писать. Брат, братишка, братик, братишка, братан. Я все выстрелил, все, что у меня было. Я от страха просто. Как брать? Вот. Ага, все понял теперь, как это работает. Ага. А автомат не могу взять? Натуре, не хочешь? Понял. Где ты? Чё, иди дальше. А, ты типа всех убил, иди дальше. По шифтам можно осматривать. Тут можно калаш взять. Тут запас оружек. А назад не могу вернуться? А как я тебя убью без ножа? Так, он сыт, да? А тот с ножом, понятно. Ой, не та кнопка. Да блин, не та кнопка. Да куда ты все время выкидываешь-то ее? Иди сюда. Опа. Ага. А. Нормасики. Че ты такой? Ты, он умер от того, что башкой в унитаз стукнулся, да? Сочувствую. Нет, тут нельзя взять калаш. Я думал, можно. А что такое? Стакно. А-а. Опа, опа. Иди дальше. Я его видели, да? Так. Можно же взять? Во, 8 патронов из пистики. Значит, и тот пистик можно было взять, просто я криворукий. Нет! Я не могу быть криворуким. Это нереально просто. Может, тут как-то можно дойти? Просто хочется взять калаш. Ладно, ну хочется калаша. Вот да, патроны лежат. О, тут телек смотрим. Блин. А. Че у тебя? У тебя пистик, точно знаю. Что вот сюда? Так, вот так вот. А, ого, 10 патронов, я молодец. Иди дальше, иду. А, ну тут, значит, нет никого уже. Раз дальше. А чё? Не возьмешь дробак? В натуре. А вот этот возьмешь? Ой. Ой. Не было такого плана. Ну ладно. О. Ой, патронов-то сколько. Тут еще столько пистиков. Так, ага, понял. Сейчас я смотрю все, может тут патрончики можно. Нет, как вам патрончики тут нельзя собирать. Тут забаррикадировались, да? Ой, 2 патрона потратил вообще впустую.
Жалко мне, конечно. Лист-то нихера крутой какой. Опа, опа. Опа. Кто на меня? Тут еще кто-то есть, не сказали, иди дальше. У меня два патрона. Тогда вот ты сюда, а ты, короче, опа, и 20 патронов, видали? Да, о. Взять не хочешь там, вот, типа, а, ну у тебя полная, наверное, блин, как, бля. Ну кого? Как ты это сделал? Не та кнопка, да. Блин, я думал, он меня попал. Вот честно, вот это когда... Надо другой эффект делать, когда ты победил. Все время кажется, что я всрал. Так... А, нельзя открыть. Реально. Ну да. А зачем ты есть тогда? Для красоты, допустим. Нихера себе. Я думал, мне все, мне хана. А он нет, все-таки убил. Опять в очередной раз я думал, мне хана. Как? О, тут типа мину надо заложить, да? Позвони кому-нибудь. Че? А. Так. Базаров, значит. Так. Кто тут у нас? Что за лисяо? Пробел он. Кто у нас тут? На все свой пробел, как бы, если что. Это оказался экшончик. Это на что похоже? Не знаю. Я в такие игры мало играю. Вы, наверное, более как бы осведомлены, на что это похоже. Но весело. Вдруг разбавило, да, вот это вот. Посмотрим. Даже захотелось пройти. Честно, вот да, весело было. Ну, когда весело, это весело, да? Да? Да. Это еще одна контактная мудрость. Когда весело, весело. Ну ты бить-то... Или мне на нос сжимать? Говорю, первый. Че? И последний раз. Да, последний раз. Все правильно он сказал, в принципе. Чем-то похож на Секира. Ну, не геймплеем, конечно, а вот этим вот героем, скажем так, тоже таким рассуждающим, каким-то интересным. Ну, Сихира память потерял, насколько я помню. А у Лися вот и все нормально с памятью. Он по... Да, Саша это девочка. Да, я понял это. И он по ней сохнет, да? Подняться. Сколько она будет? 8 минут. Маленькая, блин. Ну, будет маленький ролик, что. Ну я быстро прошел до того момента. Ну тут не. Ну пойдем хоть руки по нему. В ванну, конечно. Ага. Как говорила Саша. Ай, Саша говорила, значит, да? О, смотри, да? Ретрейсинг. Посы. А, ты опять не слышишь. Ну ты руки-то что не помыл? У тебя руки все в крови висят. Вот. Чего? Сам ты руки. Это у всяких человеков там, вот этих вот мерзких руки. У меня лапки. Эндам. Давай спать. Роберт. А Ти у него погремуха? Я вообще не понимаю, что значит Ти? О, пугало. Ага. Тебе снится? Или это ты пугало? Или это я пугало, блин? Ага, спасибо, что прошли. Ну да. Разработка демо шла почти год. По ходу создания демки нам пришлось пройти через много трудностей. Через мой язык интереснее, но мы не планируем останавливаться на достигнутом и уже работаем над первой главой игры, которая будет намного больше. Надеемся, вам понравится. Chillout Studio, июль 23-го года. Chillout, да. Парни. Чтоб у вас это, вот мой совет, чтоб у вас работа быстрее шла, уберите chillout.
Вот просто какой-нибудь там Speed студия, да, вот это вот скоростная, а то уже это. Ну хорошо, это была шутка, если что. Это как хотите. Ну чиваут, работать во время чиваута. Ладно, шутки в сторону. Прикольно, вот этот экшен мне понравился. Благодарность от разработчиков. Хочу сказать спасибо моей семье. Ну ладно, ладно, да, ого. Всем, короче, спасибо. Ну, спасибо вам, если вы ее сделаете, конечно. Пионерлагерь, пыльная радуга. Мы небольшая независимая студия без финансирования. Хотим поблагодарить всех, кто поддержал нас финансово на различных площадках. Ребята, вы крутые. Ага. Ну, если хотите, поддержите их. Вот. Меня тоже можно поддержать, если что. На различных площадках. Рассказывайте об игре друзьям и подписывайтесь на наши соцсети. Там можно отслеживать прогресс разработки основной игры. И главное, добавляйте в список желаемого в Steam. Наши цели. Ну, хорошо. Окей. Ну вот, я прошел, да. Оказывается, я-то умный. Но вот не нажал пробел почему-то. Да я уверен, что я нажимал. Что там все через пробел было. Может, я нажал пробел, у меня блокнот вылез. А может, я какую-нибудь другую кнопку... А какую можно другую кнопку нажать? Тап, что ли? Хз вообще. Ну, забавная игра, веселая. Посмотрим, что будет, когда сделают. Ну, они, если только первая глава готовится, то игра сама не скоро будет. Люди написали, что они делают это очень давно. А еще они чивают. Чисто на чили делают игру. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!